Такое же право заслужила и эта юная фигуристка Ксянин Ли. Она тоже покажет свой номер под вальс Дмитрия Шостаковича. Тоже, безусловно, одна из самых перспективных юных китайских фигуристок. Надо сказать, что еще совсем недавно мы знали только китайских звезд в парном катании. Но вот время идет, и сейчас появляются звезды и в других видах программы. Вот, в частности, на этом турнире блеснул 17-летний Ян Хань, который свой первый взрослый этап гран-при убедительно выиграл, показав просто супер результат в короткой программе, что позволило ему в итоге опередить.